Перед вылетом на гостевую игру Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА игроки мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» с гостевым визитом посетили 99-ю школу. Василий Заворуев, Владимир Пичкуров, Мартин Шмейерс и Виталий Лютович стали участниками показательного баскетбольного матча, неожиданно появившись составов каждой из команд. Для юных баскетболистов из 99-й школы появление профессиональных игроков стало приятным сюрпризом. В 20-минутной встрече победу одержала команда Василия Заворуева, хотя результат поединка никого особенно не волновал. Все участники игры просто получали удовольствие от происходящего. Работаете учителем физкультуры? Нет, тренером. Тренером по баскетболу? Тренером по баскетболу, 99-я школа. Сколько ребят занимается у вас в секциях? Сколько секций? Секция, одна получается баскетбольная. Ребят, получается, у меня занимается практически 50 человек. Старшая группа и младшая группа. Как давно работаете уже тренером? Как давно тренером? Уже 11 лет. Как вам сегодняшнее мероприятие, сегодняшняя тренировка? Замечательно. Я думаю, это ребят подстегнет еще к большему... как рвению, чтобы мастерство их росло. Я думаю, это мероприятие такое будет просто положительно. Планируете теперь прийти на ближайшую игру мужской команды? Очень хочу прийти. Хочу прийти со своей семьей, с маленьким ребенком, которого уже приобщаю к игре. Так что постараемся обязательно прийти. Василий, как дела? Отлично, здорово. Получаем удовольствие, наслаждение. Класс. А еще пропустили тренировку, поэтому тренеру не показывайте этот эфир. Сразу после состоялся мастер-класс, в котором поучаствовать смогли и самые маленькие воспитанники школьной секции по баскетболу.